У ефірі програма «Новини регіону», у студії Аліна Мілющенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Екзамени здали, бали подлічили. В університетах Беларуси почалася уступная кампания. На головной спортивной арене в області почалися ремонтные работы. «Моя країна» – выставочный проект, присвячений памяти мастака Виктора Громыки, открылся у Могилеве. У белорусских ВНУ началась уступная кампания. Выпускники імкнуться принести аттестаты и сертификаты централизованного тестирования у первые дни. Зранку у Могилевском державном университете имени Аркадия Куляшова на топ абитуриента ухваливаться за поступление придется до початку жнюня, когда пройдут залечения. Примать документы помогают волонтеры из лику студентов. Андрей Педович, студент другого курса. У свой час поступил на факультет, который закончил его батька, физическое выхование, и сейчас находится в активе университета. Прежде всего, это должна помочь семья с выбором и будущей профессией. Но также семья не должна решать полностью, куда он хочет. Подтримка батьков вельми допомогла Ангелине Слесаревой, выпускнице гимназии колледжа мастерства. Она решила протягивать семейную династию и обрала творчую специальность. Я занимаюсь с самого детства музыкой. Мне нравится заниматься ею, и я хочу, чтобы это было моей специальностью. Я так надеюсь, что это будет трудовая семейная династия. Отец посвятил всю жизнь культуре и искусству, можно сказать. Главный Дед Мороз Могилева, Могилевской области. Так что вам повезло. Сёлета абитуриенты хвалюются не только за колькость мест на бюджетную платную форму навучания, але и за проходные баллы. Новая методика подлику выников централизованного тестирования, вероятно, приведет до повышения проходных баллов и, таким чином, до увеличения конкурсу. Те, кто, например, плохо знает предмет, тому повезло, их баллы подросли. А те, кто хорошо знает предмет, например, там уже выше 70-80, их баллы такими же остались. Самыми популярными специальностями в университете являются замежная мова, логопедия, психология, физическое выхование, правознавство. В этом году мы вместо того, чтобы набирать просто на русский язык и литературу, набираем специальность русский язык и литература, иностранный язык. Современный тренд общества – это интеграция и глобализация, и без иностранного языка не обойтись. Нагадываем, что документы на бюджетную форму навучания ВНУ принимают с 12 по 17 липня, а на платную – с 12 липня по 4 жнивня. Катерина Городницкая, Елизавета Проявенко, Денис Жавина, «Новини региона». 28 выпускников Могилевской области отримали по 100 баллов по предметах централизованного тестирования. Сертификаты начали выдавать на этом тыдне. Нагадаем, сдать тесты сёлета вырашили больше за 29 тысяч абитуриентов. С теми, чьи веды оценили на все 100, встретились наши корреспонденты. Когда ты увидела на сайте результаты, ты поверила? Нет. Я просто листала и думала, какая-то ошибка. Але помылок не было ни водной. Выпускница 3-го лицея Лиза Верамьева отримала по 100 баллов по биологии и химии, а перемога на Олимпиаде забеспечила ей 100 баллов по белорусской мове. Плюс выдатный аттестат, як выник 397 баллов с 400 махчимых. Я готовилась в таком умеренном режиме и активизировалась только уже непосредственно перед самим ЦТ. Поэтому этот год не сильно отличался от предыдущих, но он был намного насыщеннее и продуктивнее. Девчонка планует поступать у Белорусский медицинский университет. А вот еще одну выдатницу Лизу Шинкарову привабливают техничные науки. На 100 баллов она написала ЦТ по математике. Как и Лиза Верамьева, девчонка уверена, как отримать высокие баллы, не обязательно жить только в учебе. Я не готовилась за какой-то короткий срок. И я не каждый день уделяла этому слишком много времени. То есть я от этого не уставала, и мне каждый раз это было интересно. Вот. И я, наверное, хочу посоветовать всем, чтобы они планировали и начинали готовиться заранее. Будучим абитуриентам треба поспешаться. Покольки ВНУ починают принимать документы, сертификаты по тестированию треба отримать своечасово. Необходимо иметь с собой пропуск на предмет тестирования, документ, удостоверяющий личности. Пункты тестирования работают по единому графику с 9 часов до 18, что весьма очень удобно ребятам. И, как мы видим, очередей нет, все проходит в спокойном режиме. Вот ребята получают то, что они заработали на протяжении многих лет учебы. Дарья Семенько, Александр Артемьев, «Новини региона».
На галоўнай спартыўнай арэне в области Магілёўскім спорткомплексе «Олімпіец» пачаўся рамонт. Ён праходзіць у зале гульнявых відаў спорту. Тут абновяць паркет. За ходам работ сачыў Ілля Собалёў. У зале гульнявых видов спорту упершыню рамонт с моменту открытия олимпийца. За 13 год гэты паркет принял больш за 1000 матчаў по мини-футболе, баскетболе, гандболе, волейболе и индер-хоккее. А гэта вялікая нагрузка. Паркет считается одним из лучших в республике. Всем мини-футболистам, баскетболистам он нравится. Просто в народе он называется быстрым и отмечает качество его высокое. Мы хотим его обновить, придать ему, так сказать, новую жизнь. Зараз паркет шліфуюць, а пасля нанясуць новую разметку и лаковое покрытие. Примерно нам срок даден 2 недели, потому что лак – это стрижка одно, а лак он наносится, очень долго сохнет, площадка намного ровнее станет, уберутся все старые вот эти трещины, царапины, будет красиво намного. Ужо не ў забаве у абноўленай зале гульнявых відаў спорту пройдуць еўракубкавыя матчы. На міжнароднай арэне ў новым сезоне Магілёў прадставіць 2 каманды – баскетбольны «Барысфен» і гандбольны «Машэка». Впервые команда «Тор Барысфен» участвует в еврокубках. Первый квалификационный раунд стартует уже в конце сентября. Ну и «Машэка», как и в прошлом сезоне, заявился уже в кубок вызова, в еврокубковый турнир. Не начнет свой путь не с первого этапа, как в прошлом году, а со второго квалификационного раунда, который стартует в октябре. Илья Соболев, Денис Жавина, новини региона. Глузский район собирается по-ранейшему претендовать на звание морковной столицы – Могилевщины. И у этом заслуга его селянско-фермерских господарок. Летость тут вырабили больше за 2/3 этой культуры с лику усих таких господарок в области. Зараз у районе працует 19 селянско-фермерских господарок. Одна под назвой «Прыбытковая» начала працу сёлетом, и амаль усе специализуются на вытворчасці раслинной продукции и у основным на вытворчасці гародніны. За минулый год селянско-фермерские господарки Глузского района вырабили 7000 тонн гародніны. Як поведомила у интервью нашей телерадиокомпании первый наместник старшини Глузского райвыканкама Алена Булатовская, гэта амаль палова гародніны, якую вырабили селянско-фермерские господарки усёй Магілёўскай области. В том числе 5780 тонн моркови, что составляет 77% от всей их произведенной в Могилевской области фермерскими хозяйствами. То есть Глузск – это не только, как говорится, край лесов, но еще и морковки. Вы абсолютно правы. Так что если вам нужна хорошая, качественная морковка, просим Глузск. Подробности про перспективы развития Глузского района глядите у информационно-аналитичной программы «Днями». У Магілёўскім мастацкім музеі імя Паўла Масленікава у гэтыя хвіліны открываецца выставачны праект под назвай «Мая краіна». Ён прысвечаны беларускаму мастаку і ураджэнцу Магілёўшчыны Віктару Грамыку, які днямі пайшоў з жыцця. Віктар Грамыка нарадзіўся ў вёсцы Сенькава Магілёўскага района яшчэ да вайны. Быў у партызанах, потым жыў у сталіцы, народны мастак Беларусі, пражыў яркае творчае жыццё, выкладаў і выставляўся. В коллекции музея есть 10 работ мастера, которые представляют собой ценность для всего нашего белорусского народа. Художник остается актуальным, он художник-реалист, но при этом имеет свою технику, которая поражает глубиной. Одна из самых знакомитых работ Виктора Громыки – «Льны белорусские» 1986 года. Ее друковали так само и на белорусских мастацких паштовках. Нездарма реализм Громыки называли космичным. «Зорки над нами» – еще одна великая и щемливая картина про память людей. А эта интересная работа майстра называется «Якое надворье будет завтра». Жанчина, зауважьте, стоит на снезе, але трымаю в руках летний кавун. С 12 июля мы приглашаем всех посетить выставку «Моя краина» и насладиться уникальной живописью великого мастера. Илона Иванова, Александр Артемьев, новини региона. А зараз даведаемся про надворье не по картине мастака, а по прогнозе синоптиков. По их информации, суббота чакается переважно без опадков. У ночи и раницей слабый туман, невеликий ветер и температура по ветра до плюс 22 градусов. Самые актуальные новости в области на сайте tvrmogilyov.by, так само у группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь. Добрых вам новин. До встречи.